В наступившем году Астана празднует свое 20-летие. К этой дате в столице появится сразу несколько новых объектов и для культурного отдыха, и для нужд астанчан. Так, впервые в стране в Астане появится Стена мира, а через реку Исиль протянут велопешеходный мост. Появится в Астане новый парк, 14 скверов и бульваров и монумент казах Елене Мыңалғыз. Комплекс спортивных сооружений столицы пополнит дворец единоборств и легкоатлетический манеж. Ко дню рождения Астаны на памятники и малые архитектурные формы подарят регионы Казахстана. А практически в центре левого берега Астаны в этом году откроют ботанический сад. На его территории высадят растения тропического и пустынного поясов.